8 утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаево-Черкесия. С вами Светлана Шаганова, а Руслан Коркмазов встречает очень обаятельную и очень полезную гостью. Сегодня мы поговорим о том, как языком можно заработать больше денег. Толщина кошелька пропорциональна красоте речи. Начинаем. Поехали. Перед первой волной коронавируса жители Карачаево-Черкесии скупали гречку и туалетную бумагу. А сейчас наши земляки скупают доллары и евро. Очень выгодный курс валюты в Московском индустриальном банке по улице Ленина, 71, Черкесске. Сегодня там до 16 часов можно купить и доллары, и евро. Кстати, и там же дают кредиты под маленькие проценты. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». А сейчас переносимся в гостиную телеканала «Россия-1». Руслан Коркмазов пригласил мастера красивой речи, актрису с высочайшим эмоциональным интеллектом Аллу Бойченко. Гостья нам раскроет секрет, почему врачи получают уроки красноречия и как это помогает в лечении пациентов. Алла Сергеевна, ваши мастер-классы по технике речи для простого обывателя – это что-то про бла-бла-бла. Скажите, пожалуйста, для чего это нужно вообще? Вот представьте себе, что я обычный простой парень, и расскажите мне, для чего вы мне нужны со своими мастер-классами. Вот работаешь ты в такси. Если ты здороваешься, как частенько это у нас бывает, да, я не буду сейчас изображать, потому что, как обычно, на меня потом шишки полетят. Какое впечатление сложится у человека, приехавшего в качестве туриста на Северный Кавказ? А вы, давайте, Алла Сергеевна, подождите. Мне, вот таксисту обычному, плевать хотелось, что вы обо мне подумаете. Сел, заплатил мои 50, 100, 200 рублей, до свидания. То есть по тем таксистам, которые ездят, и по их, как вам сказать, отсутствию культуры, они не бедствуют, они достаточно живут, и у туриста нет выбора. Давайте из сегмента таксиста выйдем на другие орбиты, мне скажите, для чего мне надо разговаривать? Хорошо, давайте. Потому что таксист – это неубедительно. Хорошо, давайте возьмем не сферу, значит, передвижения, возьмем сферу гостиничного бизнеса и туризма. Я, как приезжающий очень часто сюда человек, частенько сталкиваюсь с такими юмористическими историями, над которыми мне приходится смеяться потом, конечно, но по факту бывает очень не смешно, а именно из-за того, что люди плохо себя чувствуют. Ладно, давайте так сделаем по поводу гостиничного сервиса. А в гостиничном-то сервисе в основном кто работает? Кто работает? Гостарбайтеры. Вот, и мне, как хозяину гостиницы, тоже плевать хотелось, потому что особенно в зимний период, когда номера стоят по 20-25 тысяч рублей, ко мне так заедут, если мой гастарбайтер на ресепшене разговаривать не сможет. Давайте поговорим о тех, кто работает в банках, в Белом доме, в министерствах, о более белых воротничках, для которых все-таки культура речи какое-то значение имеет. Вот теперь вы мне объясните, раз таксисту это не так важно, на ресепшене так важно, теперь вот... Ну вот очень, для очень, менеджеров. Очень грустно и очень печально, что не белым воротничкам это действительно не суть важно, потому что в целом-то складывается общее впечатление у того же самого приезжего человека, в целом о регионе, о людях, об их общей культуре, да, какой-то. Пожалуйста, в таком случае вопрос становится значительно проще, если вы работаете в компании, неважно, в какой бы то ни было, юридическое или у вас там экономическое направление, или в том же самом Белом доме, там, где присутствует невероятный уровень конкуренции, само собой разумеющееся, мы должны уметь себя правильно и грамотно транслировать, потому как всегда на передний план перед нами будет выходить человек, который, быть может, не обладает такими профессиональными качествами, как мы, такими навыками и такими знаниями, но при этом при всем умеет заболтать. Вот давайте, вот вы же сказали просто, а просто лучше работает тот, кто лучше болтает. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, тот, кто умеет хорошо разговаривать, тот умеет продавать. Тогда мы уже более узко делаем, кому нужны ваши мастер-классы. Кто продает? Банковские работники,
работники страховых компаний, а работники магазинов, ну, не кассиры в Магните, которые только пикают, а менеджеры, которые услуги продают. Сейчас стали продажи на удаленке, на колл-центрах. То есть получается умение разговаривать, двигатель торговли. Да. Так? Да, и более того, я бы добавила, что продают сейчас все. То есть если взять нас, артистов, неважно, режиссеров, педагогов, мы тоже все продаемся так или иначе через тот же самый Инстаграм. Например, среди вот наших учеников настолько разношерстная публика, и я должна сказать, что меня поражает, и пока я не выявила причины вот такой вот статистики, доктора. Огромное количество медиков, которые с чего-то вдруг при их феноменальной вообще занятости ринулись вот улучшать свои, значит, вот эти такие навыки речевые, эмоциональные. Да, это очень интересно. Представители индустрии красоты. То есть, ну, а логично, все логично, потому что девочка-бровист, которая делает, значит, нам красивые брови, она ведет свою страницу в Инстаграме, и она может не только... То есть вы учите косметологов говорить некрасивым девушкам, какие они прекрасные? Замечательные, да. Нет, ну я считаю, что все девушки красивые, конечно. Не, меня вы с врачами удивили. Зачем врачам говорить? Сама удивляюсь. Но среди врачей сейчас огромное количество блогеров, начнем с этого. И конкуренция большая, наверное. И конкуренция, разумеется, большая. Но даже несмотря на это, я должна сказать, что у нас есть такие специалисты, доктора, ну, которым и вообще не нужен, в принципе, Инстаграм. Так, там и так все замечательно. Ну, те же самые хирурги. Да? Казалось бы, ты работаешь, у тебя карьерный рост. Скажите, пожалуйста, из-за того, что среди ваших учеников именитые доктора, вы сегодня в таком... В белом одеянии, как в халате? Да, вот решила не посрамить свой ученический коллектив и присоединилась в таком белом свете. Грамотная речь. Говорят, что сейчас нужна тем, кто хочет конкурировать с искусственным интеллектом, потому что робот заменяет всех, и даже врачей тоже. И скажите, пожалуйста, действительно ли это так? И угроза ли компьютер нашему будущему? Очень тонко. В карьерном вопросе. Да, очень тонко подмечено. Руслан, я буквально недавно, на днях, сделала, скажем так, краткий обзор в своем Инстаграме на эту тему, пытаясь вообще раскрыть тот самый вопрос, ответ, точнее, на вопрос, зачем же нам вся вот эта речь, зачем этим заниматься. Был такой случай, один молодой человек обратился в директ нашей рабочей страницы с таким вот искренним негодованием на предмет того, вот, ну вот хорошо, да. Допустим, я к вам пойду, что мне вот ваши вот эти там пляски, дыхательные упражнения, вот эта вся дикция, что даст? Я и так прекрасный специалист, а у меня вот возникла такая ситуация на работе, он работает в сфере продаж, надо отметить. Начальство отправило его подтянуть коммуникативные навыки на какие бы то ни было курсы, по той простой причине, что клиент воспринимает данного сейл-менеджера как конфликтного человека, который где-то наседает, где-то, может быть, грубит, где-то... И вот в данном обзоре я специально изучила несколько статей очень хороших, которые подробно рассказывают нам о том, о статистике, о том, как сейчас вот эта монополизация искусственным интеллектом захватывает абсолютно все сферы человеческой деятельности. Я прочла о том, что в Японии уже создали робота, я все время забываю название этой модели, робот, который может сидеть с детьми и слабоумными людьми. Далее, в США... Даже няня не нужна. Даже няня не нужна. Далее, в США и в Китае уже практикуются сложнейшие хирургические операции путем машин, а не человеческих рук. То есть это будущее, которое уже наступило по факту. Да, безусловно, есть эксперты. Я также читала статьи, приведенные очень многими популярными HR-менеджерами. Они говорят, ну не бойтесь, уж такой прям вот роботизации мощной, да, ближайшие 15 лет не произойдет. Но профессии-то уже исчезают по факту. И будут это делать со временем в более стремительном темпе. Соответственно, нужно ориентироваться. Ну, казалось бы, ну хорошо, ладно, мы поняли. Вот искусственный интеллект захватывает, а где
где тут связь, при чем тут речь, опять-таки. Да, эмоциональный интеллект необходимо развивать, а он во многом еще развивается за счет как раз-таки вот умения коммуницировать хорошо, правильно, красиво. Вот теперь дайте, пожалуйста, совет руководителям предприятий, организации, где есть специалисты, которые должны продавать или в отделе маркетинга работают. А как выявить, что у твоего подчиненного нет эмоционального интеллекта, и это как-то тормозит? Потому что вы прекрасно понимаете, на Северном Кавказе в сфере услуг это, ну, на грани. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, нету сферы услуг в таком виде, в каком оно должно быть, качество. А вот как руководителю понять, что у него сидит? Я бы вот хотела задать вопрос, а руководитель-то сам не понимаете? Потому как я знаю, например, возьмем Нальчик, у меня есть очень хорошие друзья, у них свой ресторанный бизнес, и люди, которые очень заинтересованы в продвижении этого дела, но это же все идет... с первой ступеньки, да, как говорится, вот хозяин-барин, если он хочет, чтобы дело развивалось, соответственно, он будет предпринимать максимальное количество усилий для того, чтобы сотрудников своих поднатаскать. И я знаю, было бы совсем, ну, несправедливо сказать, что тут совсем у нас все плохо. Ну, да, единичные замечательные случаи, которые лишь подтверждают исключение, подтверждающее общее правило. А как распознать... Очень просто, если мы говорим о сфере продаж, пусть это будет официант, пусть это будет, опять-таки, сейл-менеджер, человек, работающий на ресепшене, человек должен обладать умением распознавать и предопределять настроение клиента. То есть он должен быть вот be water, да? Быть гибким, быть податливым вот этим настроением клиента и уметь пример, воздействовать эмоционально на него так, чтобы вот клиент был... Давайте я немножко в роли выигры войдем. А вот вы говорите все о таксистах, официантах и так далее, но вы меня простите, на Северном Кавказе пока эта сфера очень далека от того, что кто-то будет заботиться об их качестве. А вот про врачей вы очень интересно сказали. Вот давайте вы врач. Я ваш пациент. Вот, вот изобразите эмоциональный интеллект, как вы должны со мной, как с клиентом, работать. Если я врач, безусловно, мы должны отметить, что первая цель и задача врача – это, конечно же, нас вылечить. И в условиях современности, да, и того, с какими случаями нам приходится сталкиваться в сфере медицины и нашего лечения, спасибо и на том уже, да, как говорится, что нас хотя бы качественно пролечили. Но на своем примере я могу сказать, вот, описать два недавних похода к докторам. Один из докторов была женщина, совершенно вот, я даже не знаю, как это описать, вот человек добро, понимаете, вот добро, я даже не хочу апеллировать какими-то вот терминологии, да, своей сейчас профессиональной, чтобы там блеснуть или чтобы люди, наоборот, опять ничего не поняли, добро, человек должен излучать добро. А у актера вот что есть, одно из основных понятий, актерская задача. Есть такое понятие в актерском мастерстве, актерская задача. Я выхожу на сцену, и у меня есть задача. То есть вы хотите сказать, Алла Сергеевна, что врач тоже выходит на сцену? Безусловно, безусловно. У врача есть задача в первую очередь нас вылечить, конечно же, но также нас и расположить. А это правда, что чем выше эмоциональный интеллект у врача, тем богаче клиенты к нему приходят? Как, извините меня, в пятизвездочный отель. Я думаю, что можно проассоциировать подобное, да, потому как мне, безусловно, будет приятнее лечиться у профессионального доктора, который при этом еще заряжает меня как-то вот психоэмоционально, да, а не у того, который, ну, обращается со мной так, как будто вот я откуда-то зашла, значит, такая собачка из подворотни, а такие случаи тоже бывают, и после абсолютно хамского такого обращения ты вот как побитый выходишь. Но ведь в маленьких городах и регионах, ведь хамство искоренить очень сложно, потому что на безрыбье и рак рыба. Совершенно. И, извините меня, если в городе один-единственный окулист, хочешь не хочешь, Алла Сергеевна, ты к нему придешь. Да. Каким бы он хамом ни был. Может быть, тогда ему он скажет, этот единственный окулист, а зачем вы, Алла Сергеевна, со своими уроками мне нужна? Ну, скажет, да, я не знаю. Я не знаю, что в такой ситуации делать. Спасибо вам большое. До новых волнующих встреч.
Спасибо Руслану и Алле. Таким мы сделали это бодрое утро. Приятной вам субботы и до новых волнующих встреч. Пока-пока.